Пролетая над будинками и падає до ніг, сріблястими сніжинками лопати перший сніг. Укрилась білим килимом за вікнами земля, і весело наспівує метелиця зима. Із-за дальніх морей і високих гор я, святой Николай, прилетел в этот двор, чтоб поздравить детей, пожелать мира им, чтобы каждый ребенок был здоров и любим, чтобы каждый ребенок учился и играл, чтобы каждый из них по ночам сладко спал. Что ж, давайте теперь станем весело в круг, позовем к нам сейчас всех друзей и подруг. Оглянитесь, ребята, стал шире наш круг. Это эльф прилетел поискать здесь подруг. И станцуем в хороводе, не скучать же на природе. Что за странный резкий звон вдруг раздался за углом? Кто-то громко вдруг запел или, может, засвистел? Пора! Я вот бабушка Яга! Я на ногах! На метелке я летаю и детишек собирал! Любит кто играть, учиться? Может, петь или веселиться? Побудитель пошалит? Может, просто натворить? Как утихнет шум и гам, мы покажем почту вам. Глянем вместе на рисунки, мы достанем их из сумки. Дружно их мы разглядим и умельцев наградим. Достаем рисуночки. Чей рисуночек? Чей рисуночек? Это не мой. Чей рисуночек? Тут признавайтесь. Это ж... Григоренко Ева. Ее тут нет. Евы нету. Ева потом заберет свой подарочек. Да. А это чей рисуночек? Это мой. А кто ты? Коля. Да. Коля, твой рисуночек? Да. Коля, держи тебе подарочек. Молодец. Подарочки у нас тут где-то рядом должны быть. Подарочки убежали. Подарочек у нас, конечно. Коля, держи подарочек. Сейчас всем хватит, не переживайте. Итак, чей это рисуночек? Ой, молодец, какой рисунок классный. Покажи. А что же у тебя на рисуночке нарисовано? Мишка. Класс. Так, достаем дальше рисуночки. А это, наверное... Это Лиза. Лиза. Так вот, Лиза. Лиза, ты тут? Это Лиза большая, вот это Лиза маленькая. Так. Мы вроде бы подарки испачкали. Извините. Сейчас мы найдем. А это чей рисуночек? Это Ваня. А что на этом рисуночке нарисовано? Домик. Юлки. Николай. Санки, Олень, и солнышко. Держи. Молодец, классный рисунок. Диана, это твой рисунок? А что ж ты там нам нарисовала? Я люблю снеговика. Снеговичок, молодец, красивый снеговик. Спасибо. Какой, молодец. Так. А еще у нас тут кто-то тут есть. Кто это нарисовал крутой рисунок? Это ты нарисовала? Это снеговичок. Молодец, держи подарочек. Что у тебя с глазами реально, Диана? Пожалуйста. У меня красивые руки. Так, а это чей рисуночек? Это твой. А что ты нарисовал нам? Это типа ты летишь на самолете и скидываешь подарки. А тут парень сидит и телефон. А, подарки. Это мое.
Вот это класс! Вот и молодец! Красиво рисуешь! А подарок? Мне понравилось! Подарочек обязательно, конечно! Итак, и смотрим внимательно! Это твой! Это зайчик-зайчок! Молодец! Вот это молодец! Красиво получилось! А мальчик Сережа прислал нам музыкальное поздравление! Давайте послушаем! Для нашего маленького музыканта конфетки. Есть письмо еще одно. Кто тоже нам пишет? И кому? И кому? Брат, что я забыл? Я заглянул. Кто наш новый адресат? Наш таинственный пират. Капитан тоже пишет. Капитан. По нашим морям, по далеким краям. Бродили мы воды и здесь, и там. Шхуну нашу тонули не раз. Вражеский выстрел поранил мне глаз. Друг мой старый, верный мой Блад. Чего же он хочет? Найти его клад. Так пойдем же скорее мы его искать. Кто-то хочет петь. И стишок для нас прочесть. Я. Стишок подготовлю. Мы открыли свои губы. Я готова всех помнить. Вот уже наш эльф спешит рассказать и рассмешить. Так послушаем, ребята. А потом быть может... Да. Помогайте рассказать. Ни одну, ни две, ни пять. Помогайте. А, одеяло белое, ни руками сделано. Ни в колосе, ни в крови. Нет! С неба на землю свалилось. Нет! Молодец! Нет! Молодец! Держи конфетку. Идем загадки разгадывать. Да? Внимательно вот слушаем. Уже снег идет скоро. Встретим Новый год. Зимние спячки, вся природа. Вот скажите мне время года. Зима! Зима! Молодец! Всем по одной, три человека сказали. Я тоже говорю. Молодец. Я тоже говорю. Лесным стало, не видать дорог и рек, их укрыл пушистый снег. Нет, 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 нет. Стоп, отгадали? Это тебе. А это им.
иди. Держи еще тебе конфетку. Ты тоже сказал? Да, конечно. Я тоже сказала. Белый пух. Ребята, белый пух лег на дороге на ступеньке на шарнобаху. Знает каждый человек. Этот пух. Прям загадку еще не успели загадать. Все сказали, все первые. Все первые, молодцы. Да, молодцы ты. Все, даем все по конфетке. Даю тебе, да, все по конфетке. Молодцы. Все самые первые. И вы и в школе так будете говорить? Я белый, пушистый из света. Молодцы. Я белый, что нет. Ребята, давайте послушаем. Я белый, пушистый из креста. Я на землю укрою зимою. Я очень холодно, но дети любят играть со мной. Снег! Молодцы, по конфетке. Детки, внимание, стишочек будет рассказывать молодой человек. Давай. На счастье нас здоровье, на новый рік, аби нас родило хватило сто рік. Жито пшениця, всяка пошлиця. Чудово, за українську мову тобі 200 херків тримай. Молодець. У мене є тут пісня. Давай пісню, будь ласка, давай. Похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину піднімаємо, а ми нашу славну Україну гей, гей! Розвеселимо. Молодцы. У меня уже двое гормонов в конфетах. Молодец, добрый. Ты знаешь больше, чем все. Правда, дружно посидели, станцевали и попели. Завтра дружно все опять. Вместе мы идем гулять. На качелях качаться, в тренажерах упражняться. Спасибо, детки. Всю Украину замело снегами, и снежить, снежить, снежить. Зачекались мы на казку с вами, вже красуня ялинка стоїть. На деревах біле хутро, на дахах горять вогні, і співає Україна, і вітає усіх на землі.